рекомендовал нашему правительству поднять пенсионный возраст. А наше правительство послушно это выполняет. Вы спросите, почему? Да все просто. Деньги наших олигархов хранятся в Европе и Америке. И поэтому нашему правительству предоставили выбор. Утопить русский народ в нищете без возможности выйти на заслуженный отдых. Или лишить олигархов, друзей Путина, денег. Денег, которые хранятся за границей, но украденными у нас с вами. Наше правительство наплевало на интересы собственного народа и решило выполнить требования НБО, чтобы спасти свои награбленные деньги. И теперь со всех трибун мне Дросина рассказывает, как замечательно работать до 65-63 лет. Но не говорят о том, что нам придется умирать на рабочем месте.